Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог, помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Расскажите о ракетах на вооружении стран НАТО в скандинавских странах. И каким городам России они угрожают? Спасибо. Значит, а, а, в скандинавских странах нет каких бы то ни было ракет, которые могут угрожать российским городам, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия. Вот, собственно говоря, об этих странах, видимо, речь идет. Ну так вот, значит, все героические вооруженные силы там Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, они как бы это, так сказать, дипломатично, чтобы не обидеть никого, да, какой-нибудь такой цензурный термин, термин подобрать. Но это такой... Они, может, годятся для проведения каких-то там таких зажигательных гей-фестивалей. Но для войны они не годятся. Точно. Точно. Ну, шведы, надо сказать, вот единственная страна, которая имеет свой более или менее такой приличный военно-промышленный комплекс. Но они в НАТО не входят. А что касается Норвегии, там, Дании, Финляндии, ну, она тоже не входит в НАТО. Это, по сути дела, практически демилитаризованная зона на севере Европы. Там нету сейчас никаких существенных сил, ни ПВО, ни тем более сил ударных и атакующих, которые могли бы нам угрожать. Они этим очень обеспокоены, потому что, очевидно, они говорят, что вот Россия наращивает военный потенциал и на Кольском полуострове, и вообще на северо-западе. А мы вот должны, ох, их, ах, отвечать. Но для того, чтобы отвечать, нужно тратить денежку. А их, во-первых, жаба душит, а во-вторых, они довели э, свои армии и свой военно-промышленный комплекс до такого состояния, что э, их фактически нужно создавать заново. Она, для того, чтобы создавать заново, нужна какая-то идея, чтобы зажечь патриотизмом сердца, просто пугать, говорить: "Ай, вот страшные русские идут, ой, ай, давайте, этого уже не хватает". Вот а, а, значительная часть, кстати, скандинавских стран а, в, в течение нескольких последних лет они а, убрали призыв. Ну вот в, 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 в течение 21 века вот убрали. А сейчас вынуждены вернуть призыв. Почему? А потому что нет желающих в армии служить. Они обязательную службу убрали. А служить в армии, даже учитывая, что они там задрали а, социальные стандарты и зарплата, и пенсия, и социальное обеспечение, вообще сумасшедшие у их военных. Просто, так сказать, там, запредельные. И все равно никто не хочет туда идти воевать. Это вообще общая черта. Было проведено исследование в Европе. И а, социологи выявили удивительную вещь. Вот мы все время говорим о трудолюбии европейцев. Э, нифига подобного. Европейская молодежь ищет себе работу... Не ту, на которой больше платят. Не, -не, не, А ту, на которой нужно меньше работать. И если предложить а, современному европейскому молодому человеку, среднестатистическому, на выбор две работы, на этой много платят, но надо много работать. А на этой платят в половину меньше, но можно практически ничего не делать. Он выберет работу, где пусть меньше платят, но делать ничего не надо. Ну... Но... Вы понимаете, да, что при таком состоянии общества говорить о каких-то серьезных военных проектах не приходится.